Привет, мои дорогие! Как ваше весеннее настроение? Сейчас будет еще лучше, ведь вы будете смотреть на любимых котиков. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Если ваше утро не начинается так же, значит, пора что-то менять. Скорее готовьте блинчики и вкусный кофеек. А вы также на уроках физкультуры притворялись, что у вас что-то болит, чтобы не бежать стометровку? Этот котик явно перенял навык у хозяина школьника и теперь использует в своих интересах. Интересно, какие проценты берет этот банк? Консервы? Кошачий корм? Есть еще предложения? Вы только посмотрите, как этот пушистик ловко сажает картошку. Вот это я понимаю. Помощник? Правильно, весна — время посадок и субботников. Кстати, в Москве до 24 апреля будет проходить весенняя неделя добра. Можете тоже поучаствовать в уборке города и экологических акциях. Всем неравнодушным котик жмет лапку. Вот это явление. Кота народу. Интересно, как он держится на воде? Разгадаете загадку этого котика? Пишите в комментариях. На сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь. Обнимаю каждого.